Саженцы будлии, осенняя сирень, красно-желтый сандал. Сандал активно используются ландшафтными дизайнерами для придания цветнику яркости на протяжении всего сезона. Уже в середине июня на кустарнике распускаются шаровидные ароматные соцветия желто-оранжевого цвета. Они расположены на побегах группами от 8 до 14 штук, образуя заостренный колос. Цветение продолжается до осенних заморозков. Будлия сандалт обладает внушительными размерами, высота и ширина кустарника до 2 метров, и нуждается в хорошем освещении. Кустарник хорошо смотрится на газоне в одиночной посадке или высаженной вдоль дорожки, вблизи зоны отдыха. Будлия красно-желтая сандалт — это кустарники высотой 60-120 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Аромат у цветов сильный, окраска цветка желтая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 2,0 см. Лист растения по форме заостренно-овальный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. У растения нет шипов. Важно, что будлия красно-желтая сандалт пчелопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.